Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, Роман 602, и сегодня мы играем в Roblox Лифт Смерти. Давайте посмотрим. Но перед началом видео особенно ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы начинаем играть. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Так, ладно, это я где? Так, лифте. Так, тут еще музыка есть. Прикольно, да? Музыка есть. Ага. Ля-ля-ля-ля. Так. Прыгаем, бегаем, танцуем под музыку. Музыку. Ля-ля-ля-ля-ля. О, началось. Это был в каком-то доме. Так, дверь. У меня есть факел и зелье. Так, все. А что это у всех тут зеленое что-то? У некоторых зеленый факел. Ага, лифт красным светится, окей. Тут ничего нет. Там тут стучится. Ой, ё-моё! Кто это? Что это за чудо? Чудесное. Где он? Ё-моё! Я сдох. Всё. Мне придется заново все покупать. Так, покупаем факел. Покупаем зелье. Ля. И падаем. Окей. Ну-ка. Ну, все, наша очередь. Это что за свинарник? Так, можно подняться. Ой. Так. Это еще что? Какая-то свинела. Так. Это портал. Портал. Чё? Все темно. Все темно, а у меня факел. Ё-моё! Тут пиги! Тут свинья это. Пигуля. Ты чё тут? Нифига себе, все розовое. Свинка Пеппа у нас. Пиги это свинка Пеппа, только ужасная и страшная. Ну когда-то мы делали видос про пиги. Помните? Пиги она тоже в Роблоксе. Ну вообще... Свинка Пеппа злая, ну, пиги, если точнее. Это игра в Роблоксе, так что она тоже стала популярной. Даже популярнее Гренни. Ну, наверное, популярнее Гренни, я не знаю. Так, ладно. Что у нас следующее? Это вторая часть ФНАФа. А, ну, ясно все с вами. Так, а почему я не... Ой, там марионетка. Что мне делать? Там марионетка была. Так, я сюда заберусь. Девчули, я с вами тут. Тусю. На телевизоре. Так, что-то там происходит, я не могу, не понимаю. Давайте прыгнем. Чё, куда мне?
Смотрите, я розовый человек. Почему все так темно? У меня факел есть. Нет. Помогите. Ух ты. Ой, марионетка тут. Так, валю. Ой, я тут где-то. Меня марионетка убила. Так, ладно, мы возродились. Берем факел и берем зелье. Все, у нас все есть. Падаем. Все. Упали в лифт. Опа, все открылось. Что это за домик на дереве? Поднимаемся? Так, я применяю на крайний случай. Все, фиолетовый. Так, ладно, бегаем. Главное не упасть. Да, тут домик такой маленький. И что я тут? Тут какая-то решеточка. Ну все, прыгаем. И что это? Ну да, это дерево такое огромное. И тут кого-то кто-то мочит. Так. Так, все. У меня все. Закончились зелья. Так, что-то я не могу выпить зелье. Почему это? Странно. Какой я зеленый тут. Так, ладно. Не могу выпить зелье. А, все, я смог выпить зелье. Давайте бежим отсюда. Ой. Все время закончились. Мы появились в лифте. Можем танцевать под музыку. Тут еще такая интересная музыка. Да уж. Ладно. Но я быстрый. И я фиолетовый. Или розовый. При хорошем освещении, когда я факел был, я розовый. А без факела я фиолетовый. Так, все. Я розово-фиолетовый. Какая-то пустыня. Это что? Это заборчик такой. Понятно. Что это? Ой. Что-то тут. Ой. А тут никого нет. А, тут инопланетяне. Вау. Что это? Летающая тарелка всех берет. Нифига себе. Еще такое зеленое освещение. Так, применяем. Я стал опять фиолетовым. Так, ладно. Ё-моё. Как же это жестко. Главное не попасться. А то если попадешься, все тебе кирдык. О, все. Мы выиграли. Окей. Окей, мы начинаем. Так, что это? Тут робот какой-то, киборг. Ладно. Что это за красное все тут? Так. Давайте применяем. Ух ты, у него красные глаза. Нифига себе. Ладно. Он идет за нами. Он сейчас всех убьет тут. Киборг сюда не может зайти. Да, получается? Чё? Он меня убил, этот киборг. А все остальные живы остались. О, боже мой. Всех практически разнесло. Угу. Ясно.
Так. Мы опять в лифте. Тут еще такой смайлик клоуна в лифте, прикольно. И каждый раз любая музыка. А это еще что за домик? Какой-то проходик. Угу. Угу, угу. Ладно. Тут пока никого нет. Это что там, ничего нет? А. Я никого там не вижу. Что там? Меня убили. Ли. Меня убили. Только я не понял, кто это. Так, давайте зелье возьмем и факел. Все, факел мы тоже берем. Так. Ой. А что это там? Странно. Окей. Что там за морда такая? Нифига себе. Пиксельная морда. Ладно. Только я изначально не знал, что пиксельная морда меня убила. Там вообще была темнота, и я не увидел ничего. Ни черта. Так, девочки тут сидеть. Ладно. Ладно, ладно. Окей. Смотрите. Тут эти пришельцы. Блин, они меня убивают. Беги быстрее. Ага, но только башка от меня отлетела. Ой-ой-ой. Надо брать факел. Окей, берем факел. И что? Нет, только не это. В общем, взял какую-то дурную фигню. Взял зеленую пружину. Только, блин, зачем она? Она мне нужна. Меня все равно убило. Убили? Ну все, у меня поинтов мало. Денег мало. Ну что это? Ё-моё, они меня убили. Инопланетяне тут в лифте остались. Агай. Так, ну уже все, никого тут нет. Это хорошо. Так. Давайте набираем ход. Так, все, открыл. Мы опять же здесь. Уходим отсюда. Все, НЛО у нас скоро будет. Ну, я вот тут по крайней мере буду. О, инопланетяне. Нет! Господи, чуть ли меня не разнесли. Вот там какие-то чувака разнесли, меня не было. Знаете, я как будто бы в пустыне, тут еще кактусы. Видимо, мы тут ночью в пустыне, получается. И мы тут ходим. Тут, знаешь, превью можно такое сделать. Типа я рядом с этим. Вот так. Да, вот так. Поприкольно так. Дорогие друзья, НЛО у нас. Ну все, мы опять в лифте появились. Так. Окей, как... Что у нас еще? Прикольно, вы да, музыку слушали? Я да. О, мы опять в домике на дереве. Там какой-то убийца, я не знаю, какой он именно. Я не видел убийцу, честно говоря, своими глазками. Не видел. Ага. Так, мы опять тут, сюда падаем. Все, мы упали?
И все стало темно. Сейчас кто-то на нас нападет. Ну или на других, я не знаю. Пока выживаем. Окей, можно прыгать. И мы выживаем практически. Никто на нас не нападает. Да, не нападает. Мы просто по уголкам карты. Все, опять мы в лифте респа. Я просто по карте шел, но не по всей карте, а по... Как же называется это? По уголкам, короче, я шел. Так, пустите нас. У кого-то даже зеленый факел. Мы в следующих видео возьмем этот зеленый факел. Кета, мы где? Что это тут? Огонь? Это мы где, в канализации? Эй, свет кто-нибудь включите, врубите. У кого-нибудь есть факел? А мы туда не можем пройти. А там все равно какая-то решетка. Тут невидимая стена, а за ней еще и решетка. Зачем нужна решетка, если... Ой, смотрите, клоунано тут. А он не может пробраться. Хи-хи-хи. А так тебе и надо. Ё-моё! Где лифт? Спасайся, кто может! Всё, Ника. Где клоунано? Тут? Ой, спрячемся давайте. Вот за уголком лифта. Ой, нужно наблюдать. Окей. Тут половину разнесли. Да ведь? Ага. Некоторые еще выжили. У них мало жизней. Половина жизни, точнее. Окей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну или что там еще. Короче, если вам понравилась эта игра. О, это опять на честь Фредди, самая первая часть, прикинь. О, я Света убил. Окей. Ой, тут кого-то убили. О, там аниматроники. Бонни, Заяц, Чика, Курочка, Фредди, как всегда, Медведь. Но мне закрыли дверь, получается же. С другой стороны смогу. Тут мне, в принципе-то... Они там просто стоят. Пустите меня. Ой, спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Так. Это мы в охранничной комнатке. Это еще что за арт такой? Прикольно. Так. Свет включаем. Давайте закроем дверь. Тут Бонни, ё-моё, нет. Там всех кого-то разнесли. Я не вижу ничего. Ну все, мы опять в лифте появились. Это очень интересно. Не, ну прикольно. Давайте еще раз что-то поиграем. И на этом видео мы закончим. Хорошо. Ну, пока можно зажигать эту музыку. Музыку. Ух ты. Так, ладно. Так, что это за капсула? Окей. Может спуститься? Там какая-то чертовщина вылезла из капсулы. Тут еще одна капсула есть. Капсула в капсуле, прикиньте. Ё-моё. Но я тут пока поставил. Это что там? Я не понял, что это, но мне кажется, что-то знакомое. А это странник тут. Такой монстр. Думаю, он тут не разнесет практически нас. Некоторые монстры в лифт не могут забраться. Окей. Ага, давайте что-то напишу. О май гад. О май гад.
Омега. Май гад. Окей. Все, лифт приехал. Мы куда? Это что это? Это сюда надо? Ой, мы куда-то упали. Это что это? Это опять канализация? Блин, а в этой канализации клоуна. Оно, Пеннивайз. Пеннивайз, ты где? Че тут темно нафиг? О, спасибо. Кто-то включил зеленый факел. Мы все тут столпились. Я не знаю, где что где, но мы в канализации. Че тут темно? Ё-моё, я ничего не вижу. Ой, боже мой. Все красное. Боже мой, этот клоун, оно не... Он нас тут убьет. Ё-моё! Я его увидел с ножом. Ё-моё, он меня нападал. Не нападает. Окей. Окей, мы выиграли. Ладно, дорогие друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.